Теракт произошел и в пакистанском городе Кветта. На заминированном автомобиле смертник врезался в автобус с шиитскими паломниками. Они в это время возвращались из Ирана. По меньшей мере 3 человека погибли, более 30 получили ранения. Среди пострадавших есть женщины, дети и 5 полицейских. Ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место ЧП, началось расследование.